takes you where you least expect it, throws you out to sea. On you, you can either choose to swim or surround yourself with water, let it take you in. Привет, друзья! Как обычно, я нашла билеты в Москву на aviasales.ru. Это поисковик дешевых авиабилетов. А поисковик эти билеты помог мне приобрести. Всем привет! Я приехала в нашу гостиницу, в которой мы будем жить вместе с девчонками. Меня заселили в двухместный номер. Такая у нас, в общем, ванная. Маленькая, да, ничего особенного. Шкаф, сейф. Дальше разбросаны вещи ужасные, не обращайте внимания. Сейчас очень поздно, и я, наверное, буду спать уже. Не знаю, какую кровать выбрать, эту или вот эту. Потому что на одной буду я спать, на другой будет спать Аня. Ну вот, наверное, я все-таки ей получше какую-нибудь предоставлю. Вот, наверное, возле стеночки. Вот это платье я, скорее всего, надену на третий день фестиваля. Заказывала я его на Ламоде. Платье, ну, необычное, конечно, длинненькое, такое секси. Так, остальные вещи мне не подошли. Я еще себе выбрала вот такой рюкзак. Очень качественный, красивый. Это, по-моему, кожа. Да. Стильный, красивый черный рюкзак. Мне его очень не хватало, потому что мой рюкзак, он синего цвета, который сейчас у меня есть. Синий цвет не под все подходит, а вот этот... Знаете, классический черный подойдет под все. Хотите, я вам могу ссылки оставить на вещи эти под видео. И самое прикольное, что еще я себе заказала, это вот такие кроссовки красивые. Их я надену завтра. У меня завтра будет такой образ необычный, потому что мне в Алмате у нас есть дизайнер Леша Джен, и он мне подарил вот такую штуку. Классно, это как платье, но можно как накидку надевать. Спереди и сзади расстегивается вот так. Можно на две части вообще разделить с воротничком. Я придумала с ним вместе такой образ. В общем, завтра все увидите, как я буду выглядеть. Ну что, ребята, я собралась на видео People. Сегодня у меня такой необычный образ, потому что меня одевал дизайнер. Я думаю, что всегда, когда вас одевает дизайнер, вы всегда так выглядите необычно. Одевал меня на видео People Леша Джен. В общем, образ мы вместе с ним подбирали. Вот. Ну, в принципе, как-то так я выгляжу. Но я думаю, что прям как раз для данного мероприятия, именно видео People, где будем собираться только мы, блогеры, я достаточно нормально одета, так как такой стиль более неформальный. Каблуки я не стала надевать, потому что в прошлом году я была на каблуках, была самая высокая. Каблуки надену завтра. Хочу показать, только что я вернулась с Art Blow. Это магазин. В общем, я на него наткнулась в Инстаграм. А вообще, изначально я видела их, эти колечки, в видео Виктории Портфолио. В общем, она меня натолкнула на этот магазин. Мне понравились именно эти кольца в желтом золоте. Были кольца с разными камнями вдоль колечка, бриллиантами, рубинами. Разные варианты. Понравилось вот в этом конкретно стиле, минимализм. Мне нравится, что они удобно сидят, и кольцо прям плотно прилегает. Как бы обычно кольца спадают. Колечки можно регулировать на разных пальцах, в разных частях фаланги. Тык. Таня открывает дверь. Все зависит от меня. Привет! Заходи. Красотка такая. Мы готовы. Мы готовы. Вот, познакомьтесь, это Таня. Она прилетела специально из Молдавии. Молдавия же, правильно? Да, не Молдова. Молдова, да. Вот, проходи. Тоже на фестиваль. В общем, я видела Таню только на видео, как и она меня. Да. И очень рада, что она прилетела. Я еще никого не видела. Да, Таня никого не видела. До вчерашнего, да. Вечера, ночь. В общем, Танюша такая худенькая, красивая, волосы длиннючие. В общем, все дела, да. Но у меня такие они, видишь, я за ними не ухаживаю. Заходи, девчонки там еще не оделись, поэтому я снимать не буду. Почему мы едем? А мы стояли тупо на 19 этаже. А Ира, мы, кстати, тебя вчера не снимали. Поздоровайся. Привет, привет. Леночка у нас красивая. Секси-платье. 18+. Ну, ноги шикарные, зацените такая, да? Домашний педикюр.
Я сегодня, видите, как отличали. Я сегодня пацан. Все сегодня бьютики, а Женя чисто пацан. Я с собой взяла. Ну, мне взяли сакеты, я взяла тоже конверсы били. Специально, чтобы можно было... Мы взяли, мы в тему оделись. Мы целый час ждали такси, пока не вызвали через Яндекс, да, приложение? Реклама Яндекс. Нет, нет. Через Гет, да. А до этого что было? Давайте антиреклама. Не знаю я. Женя, там Кристина Арбакайте тебе права заявит. Что набрать? Дайте. Это Москва. Водитель помотал нас по городу, взял с нас больше денег и вообще высадил нас в другом месте. Нам еще идти. Теперь нам идти, наверное, еще километр, может даже больше до ВДНХ. Вот так вот. Встретили доброго мальчика, и он нас, нам показывает путь. Мы не знаем, где пропуск нужно. Мы не знаем, где пропуск. Мы тоже не знаем. По-моему, ты фотограф, да? Да. Да, я фотограф. А, я видела. Seems that not too long ago. Видите, кого я встретила? Привет, ребят, Казахстан. Передаю вам привет. Я знаю, что среди вас очень много моих подписчиков, поэтому обещаю вам прилететь этим летом к вам. Я хочу, это, кстати, правда, я хочу прилететь в августе. У меня там уже какие-то переговоры идут. Я познакомился с несколькими вайнерами, и они меня пригласили, я согласился. Поэтому ждите. Встречались опять спонтанно. Привет, ну, мы, конечно, знали, что мы тут всех встретим. Да. Я нагну... Да ты нагнись, а то мы... Кто к нам пришел? Привет! Легендарная Алена. Красавица. Молодец, умница. Поздравляю, она получила серебряную кнопку, 100 тысяч подписчиков.